стране, в которой никогда не было супергероев, они появились на свет как обычные люди. Но однажды они сделали выбор. Или выбор был сделан за них. Они были созданы оберегать тех, кто даже и не подозревал об их существовании. И когда той страны не стало, они остались. Но однажды зло выйдет из тени прошлого. И они будут готовы дать ему решающий бой.